площадке региональной службы коммуникации Управления внутренней политики Акимата Жамбылской области состоялась пресс-конференция. В ходе были озвучены результаты деятельности регионального филиала Фонда развития предпринимательства ДАМУ по Жамбылской области по итогам 11 месяцев текущего года. Итоги были подведены по реализации государственных программ, в том числе собственных программ с момента начала их реализации. В них предусмотрены различные инструменты как финансовой, так и нефинансовой помощи малому и среднему бизнесу. С начала 2018 года мы просубсидировали кредиты предпринимателей на сумму 1,7 миллиарда тенге. Сейчас одобрили 32 проекта и поддерживаем их. Стоит отметить, субсидии выделяются из республиканского и местного бюджетов. В этом году из республиканского нам выделили 1 миллиард 107 миллионов тенге, из местного 440 миллионов тенге. На сегодняшний день за время реализации некоторых из программ по Жамбылской области помощь получили свыше 600 предпринимателей. На субсидирование новых проектов в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» в декабре текущего года дополнительно выделено 200 миллионов тенге. Всего фондом ДАМУ просубсидировано 803 проекта на общую сумму кредитов в размере 94 миллиардов тенге. Первая дорожная карта бизнеса 2020. Как вы знаете, она реализуется с 2013 года. По данной программе мы выполняем три услуги. Это субсидия кредитов предпринимателей, их упрощение и консультирование. Фонд ДАМУ является оператором реализации таких государственных программ, как государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности, программа «Берекем». По каждой из этих программ были озвучены результаты. Элеонора Бухонова, Шыңғыс Хан Кенисхан, 77 News.